Всем добрый день. Мы начинаем сеанс номер два. Сегодня 14 января, 15.00, время московское. И с нами Владислав, мы начинаем сеанс. Подними тонкую копию Владислава к его высшему Я. На счет три. Раз, два, три. Пошел подъем. Да, мы остановились, приехали на 12 уровень. Я вижу перед собой образ... Образ интересный, конечно. Вышел в первую очередь энергетическая составляющая. Фантом, даже не могу определить принадлежность к полу. Он такого человеческого гуманоидного типа, но я даже не вижу особых ни черт, ничего. Очень яркий энергетический поток идет. Фиолетовый, золотой, белый поток. Давай проверим. Давай проведем сейчас идентификацию, да. Снимаются все маски, голограммы. Фантом представляет, перед тобой в своем первозданном виде, согласно своего эфирного кода. Раз, два, три. Поток стал вот этот, исходящий от фантома, более концентрированный, плотный. Видимо, для более комфортного общения формируется плотный образ. Он мужской. Но он без каких-либо элементов, знаешь, костюма, еще что-то. Я просто вижу черты лица. Очень доброе такое лицо, светлое. Но образ полностью светлый, он даже какой-то серебристо-белый. Запроси имя. Называет имя Аргус. Аргус. Подключи, пожалуйста, подключись к нему. Синхронизируй голосовые связки. Я готова. Приветствуем тебя, Аргус. Я также приветствую вас. Мы здесь по волеизъявлению Владислава, по волеизъявлению души Владислава. У него есть вопросы к тебе. Готов ли ты пообщаться с ним через нас? Да, я знаю о его желании. Я готов к общению с вами. Итак, первый вопрос. Владислава, чистота моего астрального тела на настоящий момент. Ничего ли не вернулось после чистки назад? На данный момент астральное тело чисто. Негативных элементов чужеродной энергии в нем нет. Однако тебе необходимо устанавливать и активировать свою защиту, постоянно активировать, поскольку много энергии проходит через тебя, через твое сознание, через твой астрал. Эта энергия не всегда чиста. И тогда, когда фильтры забиваются, возможно проникновение негативной энергии. Систематическая санация твоего астрала необходима. Где и когда у меня были прошлые воплощения? Расскажи про предыдущие воплощения также. Чем занимался, где был, в какие времена жил, в каких местах, как ушел? Прошлое воплощение было на острове Тенерифе. Был учителем. Это был 19 век. Он занимался преподаванием языка. Жизнь протекала спокойно, размеренно. Можно сказать, что то воплощение было неким переходным моментом. В том воплощении больше набирался обычный опыт через семейные и социальные взаимоотношения. До того у тебя было воплощение более сложное, более активное в энергетическом, в информационном плане. Воплощался в Португалии, занимался богическими дисциплинами. В этот момент, в то воплощение, ты собрал максимально возможные шаманские практики для восприятия твоего духовного тела в том воплощении. Эти практики были и магическими, и шаманскими. Легко взаимодействовал с эфирным пространством, с духами, с астральными сущностями всех миров. Но этим практикам предшествовало другое воплощение. Оно было в Мексике. И также набирал множество практик касательно магических дисциплин. И если в Португалии магию ты осваивал самостоятельно, то тогда, когда был воплощен в Мексике, магия была передана по роду. И ты полностью воспитывался на состоянии магических дисциплин принятия
взаимодействие с пространством на этом уровне. Энергетическое происхождение твое относится к звезде Майя, созвездие Плеяд. На Землю ты пришел оттуда. Какие у меня цели и задачи в этом воплощении? И для чего я здесь? Понятно, отработка задач кармических, но каких и за что? Тот опыт, который ты набираешь сейчас, он обычный, естественный. То, что ты проходишь через определенные падения, через сложные ситуации в твоей жизни, имеет для себя основу сохранения баланса. В это воплощение ты пришел уже достаточно подготовленный информационно и вибрационно для проживания в новом измерении. И проходя через этот жизненный путь, набирая классический жизненный опыт, первоочередной задачей для тебя является сохранение того баланса, с которым ты сюда поступил. Не просто не растерять знания, не опустить свои вибрации, не потерять связь с пространством через время и расстояние, но и приумножить эту связь. Также в задачи твоего воплощения включается оставление наследия, наследие в матричном пространстве. Уже сейчас через свои творческие потоки ты оставляешь информационный след в матричной пространстве безусловной энергии. Через взаимодействие с людьми набираешь много опыта, но больше люди являются материалом для того, чтобы ты мог взаимодействовать и пропускать через себя энергию более высоких структур. Кто мои кураторы, наставники и их имена, если можно узнать это? Да, у тебя есть как земные учителя, так и космические кураторы. К кураторам относятся Ван, Меган. Из учителей с тобой работает Архангел Ханиил, а также Владимир. Могут ли мои кураторы улучшить мою связь с ними, особенно визуальную? Твои кураторы постоянно находятся на связи с тобой, но они не могут сделать более того, на что способно и готово твое тело и разум. Вся активация в структурах астрального тела, казуального, будхиального и атмического тел происходит по мере созревания твоего сознания и готовности физического тела к приему этих нагрузок. Ты хочешь очень многого, поскольку в твоем сознании имеется расширение, но при этом параметры физического и энергетических тел не настолько готовы, чтобы в настоящий момент была произведена максимальная активация твоих способностей. Все идет постепенно. Ты уже не тот, каким был 30, 40, 20, 10 лет назад, и ты уже не тот, каким был даже год назад. И если ты просмотришь этот период, ты наглядно увидишь активацию процессов в твоем энергетическом организме. Также планомерно это будет происходить и далее. Какое имя у моего высшего Я? Здесь у меня два имени приходили. Илья и Зоа. И как мне его увидеть? В настоящий момент я подошел под именем Аргус. Ты можешь обращаться любым именем, которое тебе удобно, из тех, которые приходят к тебе. Зоа – это имя твоего предыдущего воплощения. Именно поэтому оно близко к тебе. С какой цивилизацией у меня существует контакт? Прямой контакт существует со звездием Плеяд. Что я уже умею и куда мне стоит развиваться дальше на Земле? Тот путь, который был пройден тобой за время воплощения на Земле, очень большой.
энергетически, информационно насыщенной, в том числе и в этом воплощении. Но тебе не стоит останавливаться на этом, поскольку в каждом измерении, в каждое время существуют совершенно разные вибрации, течения времени и приоритеты, очень много энергетических параметров в каждой отдельной точке, влияющих на твое состояние. Я говорю сейчас о состоянии твоей души. Именно поэтому нельзя останавливаться. Но еще раз говорю тебе, все процессы, которые происходят в твоем энергетическом теле, они происходят планомерно в соответствии с развитием энергии на планете, в соответствии с развитием твоего разума, способностью принятия информации. Все инсайты, все озарения, вся информация, которая поступает к тебе через сознание твоей души, она правильна. У тебя очень хорошо развит интуитивный канал. Ты хорошо чувствуешь энергию, хорошо чувствуешь людей. И поэтому следующие шаги также будут предписаны, подсказаны тебе через твои инсайты. В какой сфере деятельности мне следует работать? Основная задача твоя – социальная. Работая с людьми, передавая энергию, ты тем самым выполняешь свою программу. Ведь нужно не просто расти самому, наполняться энергией. Очень важно правильно взаимодействовать с этой энергией, уметь делиться ей с другими, проводя через себя. Тебе даны все данные для того, чтобы ты был проводником. Созвездие Плеяд – это созвездие, которое врачует. Также и ты сейчас выполняешь свою программу. Согласно Ирине Подзоровой, которая рассчитала по дате рождения имени тот уровень, из которого я пришел из мира невоплощенных духов на Землю, от 1 до 24, это уровень 14. Так ли это? Существует очень много градаций, очень много программ в вашей матрице, по которым производится подсчет. Но основываясь на данный расчет, ты прав, это 14-й. Владислав имел инфернальный опыт в измененные состояния сознания посредством псилоцибиновых энергий. В связи с этим у него был получен определенный опыт переживаний. И есть вопросы, связанные с тем, что он увидел. Все ли увиденное было учением, которое он получал, либо это были игры его разума, голоса, которые слышал он, открывающиеся возможности после этого, экстрасенсорные, телепатические. Было ли это все реальностью и соответствует это тем ощущениям, которые он стал испытывать после? Хотелось бы узнать, с кем конкретно он тогда контактировал и как опять выходить на контакт с этими энергиями. Уже прошло с тех пор 20 лет, но Владислав чувствует, что он готов к новому этапу обучения. Он полагает, что выходил в астрал, где все эти видения проплывали перед его глазами. И хотелось бы опять все это увидеть. Такой вопрос. Я понял твой вопрос. Отвечая на него, могу сказать, что сознание его души вследствие предыдущих опытов, предыдущих воплощениях было готово к подобным путешествиям и принятию информации через учительские программы. Кроме того, как я уже сказал, инопланетный опыт, инопланетное происхождение способствовало тому, что контакт с инопланетными учителями проходил правильно даже при отсутствии проводника, потому что все, что необходимо, было уже заключено в сознании его души. Правильный процесс, правильная последовательность, правильная расшифровка информации. Та информация, которая приходила, была достоверна. Мне не нужно объяснять, что на тот момент сознание поднималось на более высокий уровень астрального плана, в котором происходило открытие информации и активация способностей.
активация способностей довольно хорошо синхронизировалась с его энергетическими телами. Именно потому он получил реальный результат на физическом плане, а также результат, которым он начал пользоваться при продвижении своего сознания по уровням восприятия действительности. Что касается активации этих способностей, то в первую очередь необходимо понимать, что видение, о котором он сейчас мечтает и просит об открытии, концентрируется на уровне его шишковидной железы. Работа с шишковидной железой на уровне трансовых состояний будет способствовать активации этого органа для более правильного видения, такого видения, которое происходило в астральном плане. Но она возможна только через трансовые состояния в его случае. Какое количество темной энергии набрано Владиславом в этом воплощении в процентном соотношении? На данный момент 22%. Сколько кармических узлов пройдено Владиславом в этом воплощении? Сколько еще предстоит пройти? Сейчас проходит третий кармический узел, он является заключительным. Благодарим тебя, Аргус. Это были все вопросы Владислава. И прощаемся. Я прощаюсь, желаю света. Елена, отключайтесь. Переноситесь в комнату диагностики. Да, спустились мы вниз.